Какое утро солнечное у нас сегодня, красота! А я тут, значит, подошла, смотрю в третий ящик свой, и что я вижу? О, вижу я, ой, прекрасно, что я вижу, что пора снимать все укрытия, потому что все помидорчики благополучно зашли. Ура, ура! Так, ну и раскрыла я баклажаны. И что я вижу? Тут, конечно, позарастали уже какой-то травой. Вот, вот ряд, видите, это не гибридный, это простой сорт. Но он самый жиденький, слабо взошел. А тут, где гибриды, вроде бы более дружно, но что-то вот один уже, ай-яй-яй, упал. Что-то привял. Странно, накрыть что ли их снова? Ладно, посмотрим, сейчас уберу, тут чистенько сделаю в ящичке.